Красивые тротуары в едином стиле, удобные лавочки, хорошее освещение, система видеонаблюдения и дополнительное озеленение. Все это будет в парках и скверах центральной исторической части Звенигорода в ближайшее время. Скверы рядом с домами 30 и 24 по Московской улице, а также центральный парк на улице Чехова станут комфортными зонами отдыха звенигородцев и гостей города. Все идет в графике, везде вместе с жителями в том числе проверили качество, все нас устраивает, были какие-то замечания или скорее даже дополнения от жителей. Все это подрядчики будут учитывать в своей работе, и мы планируем закончить наши скверы к 15 сентября. В рамках проекта «Звенигород. Гостиный город» благоустраивают и центральные улицы. Некоторые из них частично перестали быть проезжими. Пока там передвигается только дорожная техника. Рабочие прокладывают дополнительные ливневки, выравнивают тротуары, укладывают светлую брусчатку и бордюрный камень. Заменят и асфальтовое покрытие. Однако, подчеркивают окружные власти, все неудобства, связанные с проведением работ, временные. Наверное, кто-то испытывает определенные сложности и трудности, потому что мы перекрыли движение. Еще раз хочу обратиться к жителям, чтобы отнеслись все с пониманием. Мы до 1 сентября откроем движение и продолжим благоустройство уже пешеходных зон. Закончим это к концу сентября тоже. Сильно растягивать эти работы не будем. Жителям и гостям города в августе-сентябре, пока ведется благоустройство, следует ограничить свои поездки в центр. На этот период и парковка здесь будет запрещена. При этом подрядчики стараются провести реконструкцию как можно быстрее, а качество и сроки выполнения работ находятся под личным контролем главы. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».